Эпидемия коронавируса, карантин и непростая экономическая обстановка в стране. Не только для жителей России, но и для всего мира этот год был одним из самых непростых. Однако и он заканчивается. Что ждут жители областного центра Колымы от 2021-го? С этим вопросом «Вечерний Магадан» вышел на улицы города. Хороший год будет, отличный. Ждем только хороших. На улучшение, надеюсь, конечно. На то, что наш Магадан будет все-таки процветать, а не в убытке быть. Ну, и на то, чтобы обращали больше на трассу внимание. Люди очень тяжело живут там. Всего хорошего ждем. Здоровья всем, чтобы всех было. И всех, кто добра всем. Ой, ну с оптимизмом, конечно, с надеждой, что все это закончится. И опять вот только сейчас думала, как хорошо, был театр. Мы могли ходить, могли веселиться. Но будем пока терпеть и ждать. В первую очередь жду того, что мы все снимем маски и будем видеть улыбки друг друга. Ну, ждем позитива, закончится, чтобы пандемия коронавируса, и чтобы все было у нас в стране хорошо.